Это новая история, которая началась в 2014 году, начиная с оккупации Крыма, продолжилась войной на Донбассе и вот получила свое такое ужасное продолжение в 2022 году. А как происходит сейчас формирование новой истории, в том числе через переименование улиц, памятников и каких-то культурных объектов? Ева Николашвили находится сейчас в столице Украины, наша коллега, и она расскажет о том, как этот процесс происходит. Ева, привет. Ну, расскажи нам, пожалуйста, вот кроме известного, да, переименования Московского моста в Северный, в том числе... Московского проспекта в проспект Бандеры, о котором очень многие люди говорили во всей Украине. А что еще, так сказать, свеженького на этом фронте культурном? Поделись. Коллеги, здравствуйте. Мы сейчас находимся в Ирпене, это пригород Киева. И то, что вы говорили, сегодня день памяти защитников Украины. И вот каждый защитник, каждый мужчина, женщина, которые стали на защиту Украины, это герой. И вот одними из такими героями есть территориальная оборона Ирпеня, которые они одни из первыми стали на защиту городка, одними из первыми начали отбивать российскую навалу. И вот сегодня, несколько дней назад, им установили первый памятник вообще в Украине. Это памятник территориальной обороны. Вы можете увидеть, что вот на памятнике нанесена карта Украины и символ территориальной обороны, и написано «Готовы к сопротивлению». На самом деле территориальная оборона сыграла очень большую роль в освобождении Ирпеня. Они первые и первые стали на защиту и были до конца. И в честь их действий местная власть решила установить памятник. И, как по мне, это тоже такой один из символов того, что, о чем мы говорим, о дерусификации, о том, что нужно убирать памятники и названия улиц, в том числе, каким-то советским героям, как у них называется, и российским генералам, полковникам, и больше ставить памятники украинским героям. И вот такой памятник территориальной обороны – это один из важнейших элементов. И я надеюсь, что в будущем их будет становиться больше, а в том числе российских и советских памятников будет все меньше. Что же касается улиц, то действительно по состоянию на 25 августа в Киеве переименовали 95 улиц, проулков и проспектов. Это все было убраны какие-то советские чины, и вместо них теперь будут украинские герои. Всего же планируется переименовать около 300 улиц, это только в Киеве. Переименование же происходит по всей Украине. По всей Украине пытаются дерусифицировать улицы, убрать вот это все советское и российское прошлое. И одним из них стало такое, когда в начале весны убрали арку дружбы, памятник под аркой дружбы народов, где вместе стояли, как тогда было сделано, российский и украинский гражданин, они стояли вместе, и вот тогда в начале весны их убрали. И это продолжается уже довольно много времени. Это на самом деле началось еще с 2014 года, но вот сейчас это такой заключительный уже этап, когда все полностью убирается. В том числе не так давно было голосование за то, чтобы убрать с щита Родины мать герб СРСР. И за это было голосование в Киеве цифровом. Напоминаю, что тогда люди выбрали, чтобы на месте герба СРСР был украинский тризуб. Но вот сейчас думают, как это сделать, потому что это довольно сложно. Тем не менее, это будут делать, будут дерусифицировать и будут продолжать убирать вот эту советскую символику, советские названия улиц. Ведь это такой символ, Россия постоянно на это, про это говорит, о том, что у вас много советских улиц, много каких-то советских напоминаний, и мы единый народ, и это нужно все убирать, потому что на самом деле это не так. У нас есть свои украинские герои, которые заслуженно должны носить улицы и должны носить их имена. Коллеги. Да, ну я правильно понимаю, что мы должны нашим зрителям пояснить, что это желание и
Это то, чего украинцы хотели бы изменить в стране. Это одна маленькая вещь, но очень важная. Мы помним прошлое, но мы живем в своей стране, и мы строим свою страну будущего. И вот если обратить внимание на опросы, которые вот ты упоминала о Киеве цифровом, мы же видим, да, что большинство проголосовавших – это не 50 на 50, это подавляющее большинство, которое выступают за переименование этих улиц. Правильно? Все правильно, и на самом деле за каждое переименование улиц, снесение памятника голосует в том же Киев цифровом, и это действительно подавляющее большинство, которое хочет изменить, переименовать улицы. Это, ну, не 50 на 50, это 90 на 10, если не больше, если 95 на 5, коллеги. Спасибо, Ева. Ева Николашвили. Подожди, Саша, один момент. Хотела уточнить что-то. Не уточнить, я хотела поздравить Еву с днем рождения. Ева, у тебя сегодня день рождения. Это новость для нашего телеканала, потому что у нашего проекта, который стал сегодня телеканалом, тоже, так сказать, день рождения. Вот такой двойной присоединяемся, праздник. Присоединяемся. Ева, спасибо тебе за твою работу, здоровье, счастье. Пускай победа будет как можно ближе, мы отпразднуем ее вместе. И твой день рождения тоже. Кстати, ты заметила, на каком сине-желтом фоне стоит Ева, задумываясь об этом или нет? У нас все получилось гармонично. Ева, Спасибо, с праздником. Коллеги, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за поздравление. И действительно, ждем победу и потом отметим все вместе. Как говорят в Украине, много элита. Спасибо, Ева Николашвили, именинница. Помимо того, что корреспондент канала Freedom с нами была на связи.